Вторая мировая война породила огромное количество феноменов, одни из которых это широко известные и тиражируемые бренды. Ну, для советской армии это, конечно же, ППШ, Т-34 и штурмовик Ил-2. Для армии нацистской Германии это, разумеется, пикирующие Ю-87, танки Тигр и, конечно же, три основных бренда спутать который с чем-либо просто невозможно. Итак, пистолет-пулемет Фольмера МП-38, рогатые каски и гофрированный цилиндр солдат вермахта. В большинстве советских военных фильмов в обязательном порядке изображали немецких солдат с автоматом МП-38 в руках, рогатой каской на голове и гофрированным цилиндром на ремне что особенно подчеркивало их зверство и делало немецких оккупантов узнаваемыми днем, ночью, после обеда и даже натощак. Вот так. У всех этих предметов есть своя история, о чем сейчас мы и поговорим. порядке хронологии. Итак, рогатая немецкая каска. Вот зачем на ней были рога, никто доподлинно в советские времена не знал. Да и сейчас, я думаю, знают немногие. Наша школьная учительница истории, кстати, очень умная и эрудированная женщина, в 60-е годы, отвечая на наши вопросы, говорила, что это традиция у немцев еще со времен псов-рыцарей. Ну и, естественно, в качестве примера приводила фильм «Александр Невский». Был такой супер боевик 42-го года выпуска. А что же было на самом деле? Так вот, немецкие рогатые каски – это безусловный символ агрессии, зла и запредельного зверства. Любой советский ребенок по ним сразу опознавал немецкого оккупанта. Образ Штальхельма, а именно так это звучит по-немецки, стал особенно известен после Второй мировой войны. Как и все немецкое, каски прославились своей надежностью – но в начале своей истории их надежность была доведена просто до абсурда. Первая мировая война очень быстро стала войной окопной, где солдаты обеих сторон боялись высунуть голову за бруствер. Беда в том, что в начале войны немцы, по инерции еще, носили пикельхельмы из обычной свиной кожи. Но после прекращения импорта из Южной Америки, немцы стали делать шлемы из кожзаменителя, плотной бумаги, прессованных картофельных очисток и даже, вы не поверите, из кожуры перезревших тыков. Да, то есть любая шальная пуля или осколок были фатальными. А голова над брусером была прекрасной мишенью для снайперов Антанты, чем они, кстати, и пользовались. И тогда немцы, в 1915 году решили создать новый стальной шлем эдакий, знаете, символ Германской империи. Его разработали и запустили в производство под маркой стальхельм М16. Немцы тогда так устали от снайперов, что решили создать вообще непробиваемую каску. И в придачу к шлему сделали специальную бронепластину крепившиеся на лобной части шлема вот за эти самые рога. А отверстия в этих рогах делались специально для вентиляции. К слову сказать, испытания прошли очень успешно, но, как всегда, все оказалось не так просто. Бронепластина, предназначавшаяся для ношения только на передовой, была очень и очень тяжелой. Война, друзья, очень быстро выбраковывает все бесполезные и неудобные новшества. Короче, солдаты категорически отказывались ее носить. И все эти бронепластины потихоньку, полигоньку сдали на склады. То есть, друзья, никаких тут кровавых тайн и конспирологии нет. Вот так любимых нашим народом. Понимаете? Ну нет и все тут. Далее. Всевозможные мифы о том, что пуля, фронтально попадая в бронепластину, ломала солдату шею, не имеют под собой никаких оснований и документально ничем и нигде не подтверждены. Серьезно. И это, заметьте, у немцев, которые с бухгалтерским педантизмом фиксировали все до мелочей, от количества патронов на одного солдата до солдатского исподнего. Вы спросите, а в вермахте откуда появились рогатые каски? Все дело в том, что после Версальского мира Германии было запрещено иметь и производить большую часть оружия. Однако про армейскую форму там не было сказано ничего. Одним словом, количество обмундирования и газок после Первой мировой войны на складах было огромным. Экономно прагматичные и чего уж там не очень богатые немцы решили ну, не пропадать за добро, правильно? И Рейхсвер, а позже и Вермах стали одевать в эти каски. А вот рога крепления конструктивно снять так, чтобы не повредить каску, было практически очень трудно. Поэтому их и оставили. Тем более, что они никому, в общем-то, не мешали, согласитесь. Справедливости ради, надо сказать, что немецкая каска всю войну и до этого постоянно модернизировалась. И на немецких фото можно увидеть ее очень и очень разные варианты. Рогатость немецких касок вызывала постоянные насмешки со стороны войск Антанты. Англичане, например, потешались над немцами и говорили, дескать, их жены наставили им такие рога, что они прорезались даже через шлем. Кстати, Штальхельм был одной из самых удачных и надежных армейских касок. И несмотря на всеобщую ненависть к этому атрибуту зла, их эффективность была признана даже в РКК. Для тех, кто не в курсе, Штальхельмы еще очень долгое время носили в армии ГДР, несмотря на ассоциацию с нацистским прошлым. Неудивительно, что даже в наши дни легендарный немецкий Штальхельм продолжают носить в некоторых армиях мира. Так, например, он очень даже популярен в Чилийской гвардии. Вот, посмотрите на фото. Вот так, друзья. Ну, а теперь, как говорится, перейдем к следующему. Поговорим о загадочных гофрированных цилиндрах у солдат вермахта. Для начала немножко истории. Этот цилиндр был очень приметным и мы, мальчишки, посмотрев очередной фильм про войну, задавали вопросы своим отцам фронтовикам. Вы не поверите, никто из них ничего путного об этих цилиндрах не говорил, да? Вот несколько вариантов ответа. Первый. Это у них тормоза были такие, и немцы из них пили свой кофе. Второй вариант. Немцы в этих цилиндрах носили гранаты и патроны. Третий вариант. В цилиндрах был сухой паек и спиртное. А кто-то утверждал, что в них немцы носили медикаменты. Впервые о реальном назначении этих тубусов я узнал в военном училище на занятиях по оружию массового поражения. Эти рифленые цилиндры не что иное, как газ-бак, а проще футляр для противогаза. И опять, друзья, заметили, в этом нет никакой зловещей тайны. Так вот, в противогазовом бачке был целый комплект снаряжений на случай химической атаки. Это сам противогаз и фильтры к нему, в зависимости от места базирования. Да-да. Так на Западном фронте немцы по опыту Первой мировой войны ждали в основном химических атак с применением иприта и люизита. На Восточном фронте, в связи с отсутствием точных данных о химическом оружии РКК, Помимо противохлорных и противоипритных фильтров, выдавались еще и фильтры антибактериальные. Вот как-то так. Но самый большой прикол, знаете, в чем был? Не поверите. Внимание! Как это не смешно, но наши отцы, оказывается, тоже были правы. И вот почему. Компактный и удобный протехнический комплект практичные немцы не хотели таскать с собой, как бесколезный груз и потихоньку, к 1942 году, стали избавляться от содержимого этого химического тубуса. За наличием и сохранностью самого тубуса офицеры еще следили. А вот за содержимым уже нет. Более того, к концу 1943 года, после Курской дуги, дисциплина вермахта тихо-тихо поползла вниз. И свои тубусы солдаты сплошь и рядом заполняли полезными мелочами, как то бритвы, сигареты, спички, сухой паек и так далее. Кстати, не отставали от них и офицеры, которые практически везде использовали свой газбак для хранения спиртного, шоколада, презервативов и всякой полезной на войне мелочи. Так что, друзья, наши отцы и деды не врали, когда говорили нам о содержимом немецких газбаков. То есть, в принципе, все было правильно. Вот так. Ну и на десерт МП-38. Благодаря советским фильмам о войне МП-38 и МП-40, а также Ю-87 и танки Тигр стали олицетворением образа ужасающей немецкой военной машины. Вот все это оружие было символом немецкой агрессии нам усиленно вдалбливали в голову, что буквально вся немецкая армия, то есть поголовно, была вооружена шмайсерами. И именно поэтому мы и проиграли начало войны. В действительности все было не так. На 10 с лишним миллионов винтовок Маузер 98К приходилось чуть более 1 миллиона пистолетов, пулеметов МП-38. И все они предназначались исключительно в первую очередь для танкистов, десантников и командиров пехотных отделений. На 22 июня 1941 года на пехотное отделение Вермахта полагался всего один МП-38 и только для командира. В составе же пехотной роты Вермахта числилось всего 16 пистолетов, пулеметов и 132 карабина Маузер. Количество МП-38 в вермахте было мизерным. В Красной армии уже к концу 1942 года были целые автоматные роты, а позже и батальоны, полностью вооруженные ППШ. Для сравнения, ППШ за годы войны было выпущено более 6 миллионов штук, а ведь были еще, вспомните, ППД, ППС и СВТ в то время как пистолет пулеметов МП-38 и МП-40 было выпущено за годы войны, повторю, чуть более 1 миллиона штук. А с учетом всевозможных послевоенных копий, всего около 2 миллионов. Так что, друзья, не тянет легендарный шмайсер на символ Блицкрига, ну никак. И его дутая слава – это всего лишь массовый информационный продукт советского агитпропа и не более. Ну а теперь постскриптум. В советском кино был создан особый, отвратительно пугающий образ немецкого автоматчика, вопущенный на самые глаза рогатой каски, серебристым цилиндром на поясе, с закатанными рукавами и шмайсером. То есть, прошу прощения, конечно же, с пистолетом-пулеметом МП-38 Генрика Фольмера. Ну, конечно же. В этих фильмах немцы стреляли от пуза и шли неустрашимо под пули в полный рост, непрерывно поливая огнем все без разбора. Это создавало в сознании советского человека стойкое убеждение, что патронов и автоматического оружия у них, то есть у немецкой сволочей, была прорва, и что наш бедный солдатик просто головы не мог поднять от этого, понимаете? Вот именно из-за этого, а еще из-за ужасающих легких немецких танков и самолетов, мы и отступали в первые месяцы войны. То есть нас всемерно убеждали в том, что причина отступления была в подавляющем техническом превосходстве вермахта и ни в чем другом. Ну, а выводы, выводы, я думаю, вы сделаете и без меня. Спасибо.